Так, ну ладно, давайте посмотрим, что это за место. Интересное такое. Ты что, дурак, что ли? Больной, что ли? Что это еще за один вход? Блин, да, карта здоровенная, конечно. Карта нереально большая. Но самое главное, что мы нашли искру души. Это уже, считай, основная задача выполнена. Надо только добраться обратно на то место и отдать ему ее. И, скорее всего, у нас с ним произойдет эпичный бой опять. Ну а пока просто лазим по карте, смотрим. Может, какие-нибудь еще фолианты найдут знания до 10. И сразу прям вкачать. До десятки. Храм кого? Астронавта? А, астропата. И что он тут дает? Ну поехали. Посмотрим, что за убежище астропата. Это, наверное, какой-нибудь опять босс. О, смотри-ка, здесь у нас появился красный камень. Значит, здесь скоро у нас будут проблемы. Ну, в принципе-то я заряженный, как бы. Ну, у меня не совсем уж прям... Так, давай по карте посмотрим, вообще, какие мы места открыли. В каких местах я бывал, просто, чтобы знать. Так, вот он, Нерут. Смотрим. Убежище астропата. Спящий отдел Неруда. Так. Получается... В принципе-то все, что можно, мы открыли, да? Хотя нет. Здесь, скорее всего, еще одно место, да? Правильно? Ладно, разберемся. Давайте вначале мы вот это место исследуем. Пойдем, Джирили. Ты у меня тоже заряженный на максимум. Хотя можно было этим не заморачиваться. Сильно-то. Ну, слышь? Погнали! Робокоп. Погнали. Так, что это у нас? Аварийный выключатель? А для чего он нужен? Ну-ка. Подожди-ка. Аварийный выключатель. А, это реликвия. Я-то думал, он реально что-то открывает. Пойдем. Походу, человек 10 проснулось. Точнее, роботов. Блин, как они прям нормально ложат вот этими вот электричеством. Так, у нас гости. Принимаем. Давай, 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 давай. Отлично. Пока он до нас не добрался, жить можно. Пойдем дальше, Джирили. Ну давай, подходи. А кому тут подходить-то? Мы вроде всех поубивали. А, спрятали? Мне кажется, они крепче стали. Так, здесь проход. Правильно, давай тогда вверх сейчас до конца следуем. А, ну вверх вот он идет, да? Тогда давай вниз.
чему нас там приведет. А там лифт. Если тут лифт, тогда значит идем обратно. А лифт же не просто так. Сколько у меня лома? Мне интересно уже. 8000 уже лома, охереть. А я даже еще ничего не покупал, не тратил. Ну что вообще, не до этого. Я все тут бегаю, локации исследую. Опа. А вот это что-то мне не нравится. А, ну это просто статуя, это же не босс. Но прыгать я туда не буду, хотя мог бы. Смотри, хоть здесь даже ни одного ящика нет. Как-то скромно живете вы, ребят. А, нет, вон какой-то ящик, по-моему, стоит. Можно, да? Вы позволите? Я вас открою здесь. Неплохо. Железо, реликвия. Так, ну вроде получается... Надо идти в лифт. Да, здесь нихера нет. Скромненькая такая локация с одним чемоданчиком. Больше ничего здесь нет. Тогда отправляемся в лифт. Так, давай туда сбегаем. Здесь вроде что-то интересное лежит. Железо. Годится для крафта. Так. Давай посмотрим. Да. Все, мы исследовали. Теперь отправляемся в лифт. Погнали, Джерри. Так, а талантов у меня получается сколько? 8, да? Ну, допустим. 2 еще очка взять. Что у нас здесь? Нифига как высоко, да? Так. Окей. Идем. Джерри Ли. И не стой, главное, не стой, не стой. Видишь любого, сразу нападай прям. Не надо ждать, пока я тебе приказ отдам. Должен сам инициативу проявлять. Хрена, но он зашвырнул, блин. А, понятно. Извините. Ух ты, сука. Не буду.
надо что-то делать быстрее. Да, это было больно, конечно. Но стерпели. Нет, собачка, конечно, все равно тащит, молодец. Но был момент, когда подвела, конечно. Куда-то она пропала, забафилась. И я ее не нашел. Точнее сказать, она меня не нашла. Ладно, джерели неплохо. В принципе. Тут опять там. Пойдем встречать. А, мастер метания гранат, да? С электричеством. Так, подожди. Давай посмотрим по карте, сука. А то мне нехорошо. Откуда вы беретесь, а? Чё ты его не убил-то? Там еще один лифт, что ли? Так. В принципе, здесь-то понты все. Ладно, на обратном пути, если что, вернемся. Зачистим. Мне бы найти бы камень бы, иначе я не вывезу. Охренеть, тут этажей столько много. Патроны это еще ладно, терпится, а вот с жизнями это уже проблема. Да, это что такое? Контрольная точка. Это отлично. Она-то мне и нужна. Восстановимся сейчас. Отлично. Теперь можно воевать. Пойдем. Там еще какие-то лифты. О-о-о. Что-то здесь как-то интересно все. Ядро какое-то. Не нравится мне это. Какое-то ядро, да? Так, здесь раз лифт. Здесь закрыта дверь. То есть у нас есть один лифт. Правильно, правильно. Да уж, плохо дело. Я не знаю, что плохого, конечно. Пока я не понял, на что он намекает. Давай поднимемся. Идем. Ржавая подвеска навигатора. Его непогрешимые расчеты показали, что урон 56. А, ну это я думал, что это тоже амулет. Встретиться с творцом лицом к лицу. Тяжесть снаряжения на минус 15. Как благословение и решили действовать. Курс Наруда определен. Давай попробуем ее. Теперь случится то, что случится. Ты серьезно? Может, не стоит этого делать? Фига себе. Интересно. Что это нам дает? О, я понял.
Наверное, сейчас будет опять. А, ну-ка, это боссы. Один огонь, другой электричество, а третий что? Этот, поди, как она правильно называется-то? А, они еще и вместе совмещение делают. О-о-о. Ну что, Никита Андреевич, вы готовы подраться со стропатом? Хера себе, тут подерешься с ним. Ладно, я тебя услышал. Блин, так-то он... Любишь гореть? Хорош. Чё, ну, в смысле, так можно было, да? Блин, у него патронов не хватит, гасить-то его. Еще один, блин. Что произошло? Заряжай давай, не тормози. О, пропал-то. О. Хера нет. О. Блин, патроны надо. Опять пропал. Так, отлично, патроны есть. Надо их только с умом использовать. Да что тут, сука, а? Че, мою собаку завалил? Сейчас и меня загасит, урод. Давай! Блять! Ну, просто патронов не хватает, сука, и все. Это единственная проблема, блин. Просто патронов не хватает. Я на это время просто потратил. Что, скучаем, да? А? Урод. Собака бы атаковала бы, тоже было прям. Но он всегда в воздухе, не получается его. Давай.
по 43 дамаг наносит. Хоть что-то делает. Патроны, отлично. Так, свет погас, поехали. Давай, 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 давай. Гасить их надо. Хорош же реле. Да пошел ты, блин. Понятно. Давай, поехали. Блин, что-то со здоровьем-то плохо, а? Надо, осталось ни о чем. Надо, пока у меня 3000 есть. Свободен. Аж не верится, что эта тварь убита. Остаток искателя какого-то дали, да? А Клементина бы сюда пошла, а? Это верно. Если бы пошла, то убила бы эту тварь. Ну что, Джерри Ли, да я тебя поглажу. Отлично сработали. Хоть со второго раза, но тоже неплохо, молодец. Так, ну что, тогда давай отправляться назад. Домой. Мы там что-то еще не зачистили. Вроде как. Ну, это понятно. Хотя, если дойти до камня, можно и забить на это. Че, я обратно вернулся, что ли? Так. Там ящик, подожди. Длительность эффекта умения дали, да? Что тебе надо, а? Короче, надо спускаться на красный камень и валить с этого помещения.
Так, покинуть подземелье. Давайте сейчас посмотрим по карте, какие места еще я не нашел. Где-то должно быть еще, по-моему, одно место. Карта вроде еще здоровая осталась. Надо будет посмотреть. У меня уже, наверное, 1010, скорее всего, лома. Хотя толку от этого мало, потому что помимо улучшения или покупки оружия, я думаю, что надо не только лом, но еще и железо. Да и еще хер знает чего. Это в первой части там лом в основном играл основную вещь. Все, что другое, тебе нужно было только ковать. Так. Пошли, джерели. Как отсюда перевыбраться? Интересно, а как отсюда теперь выбраться, блин, с этого убежища? Здесь мы не обойдем. И что тогда делать? Непонятно. Надо думать. Сука. Но уже с лифта не может спрыгнуть, правильно? Вроде как. Или может? А. Тогда нормально все. Так, теперь давайте смотреть, что у нас здесь. Блин, какая же она здоровенная, эта карта, это жесть. Вон еще какое-то помещение, да? Это мы еще только одну карту исследуем. Нифига себе. Это я удачно зашел. Так, а здесь у нас что? Оп. Ну-ка. Здесь еще какая-то одна локация, да? Зачем если мне карту увеличивать-то, а? Ну, осталось себе такую, потому что мне так удобнее. Ну, зачем ты мне увеличишь, что я постоянно каждый раз? Нахрена мне вот это делать? Так. Давай, открываем.
Пойдем. Что это у нас здесь? Здравствуйте. Правильно, вот так вот залежал, блин. Молодец, жерели. Разматывай их, сука. Такс. Пойдем, жерели. Кстати, седро какое-то дали нам. Давай посмотрим. Что оно означает-то хоть? Так. Подожди. Стазис ядро. Это не здесь, да? Не понял, что это кольцо, что ли? Да нет. Хуй его знает. Ладно, забей, короче. А, чтобы узнать, блин, мы так не можем, потому что мы же еще кнопку, блин, не нажали же, да? Или чё? Да похеру, короче. Потом разберемся. Давай выбираться отсюда. И идти обратно. Так, мы отсюда выбрались, теперь куда нам? Давайте пойдем направо. Блин, какая она здоровая, эта карта, прям вообще жесть. Охереешь изучать, блин. Времени столько убиваешь, прям вообще. Че опять? Да че жесть там? Нашел чего бояться. Мать, опять ты что ли, сука? Что ты свою жопу закрываешь-то от меня, урод? Давай. Сожри его, блин.
ты типа сам умный там, да? Да. Давай, давай, пошли, пошли. Так, вот сюда надо идти. Пойдем. Забей на них. Опять эта мразь, сука, жирная, бля. Ёб твою мать. Да сука ты. Чего ж так до хера-то, а, блин? Да, блядь! Сука! Да идите вы нахуй! Такая жопа, когда патронов нет, блин. Иди ты нахуй. Чтоб меня. Да что ты, мразь, а? Заряжай ты речи, блин, а? Как вы меня прям бесите, а? Когда патронов ни хера нету, ты просто начинаешь вообще прикуривать прям. Так. Здесь мы были. Ой, бля. Блин, здоровенная, сука, эта карта, блин.
Ну что, еще не сдох, что ли? Нужны патроны. Серьезно? Опять эта дура жирная, да ёб твою мать, а? Ладно, хоть что-то отдельное дает, еще хрен с ним. Так, здесь я был, тут я тоже был, вроде как, да? Так, ну и здесь мы тоже были. Довольно быстро пробежали вы, блин. Уроды, блин. Да ёб твою мать. Сука, понастроит, блядь. А в чё, смысле, живётся, что ли, скучно, или чё, блин? Что-то нехорошо. Заряжай ты быстрее, твою мать. Куда валить-то, блин? Ой, так, вот это что-то место пустое у нас, да? Да блять! Да пошли, хорош ныть, блин. Так, тут у нас что? Вот это что у нас такое? Мы и так в курсе. Контрольная точка. Надо хоть посмотреть вообще, где мы находимся-то. Так.
Убежище Астропата. Так, мы находимся в центре извлечения. Там ведь спящий отдел Неруто, да? Это все? Вроде как, да, если по карте смотреть. Я не знаю, наверное, это все, скорее всего. Все локации, по-моему, я нашел. Можно здесь еще побегать сейчас. Чуть-чуть. Так, ты можешь здесь залезть? Не можешь. Ладно, давай тогда аккуратно тут побегаем. Я всю карту посмотрел. Мне так кажется, прям она реально вся, наверное, открыта. О, так. Тогда надо отправляться в следующем видосе в этот, да? Ой, доставить криком от души. Подожди. Священное окно, всевидящее око в храме Астропата. Подожди. Зачем мне храм Астропата, если я там был? Что-то хрень какая-то. Так, ладно, где тут красный камень это? Давайте тогда курим. Сохраняемся и на этом заканчиваем. Ну, я думаю, что да, все локации, скорее всего, я нашел. 3, 6. 7, 8, 9, 10 локаций, это вообще дофига для одной карты. Так что давайте отправляться в укрытие от Алраты. Сейчас так, чё, подерёмся с ним или оставим его на следующий видос, потому что неизвестно, как будем с ним драться. Давайте тогда оставим мы для следующего видео эту драку эпичную, потому что я не знаю, вывезу его с первого раза, нет, а время тратить на это сильно неохота. Ну что, ребята, всем спасибо, ставьте лайк, жерели, подписочку, комменты, увидимся.